Модель C20 Pro. В стиле тактических часиков, аналог танка М2. Две функциональные кнопки, металлический безель вокруг корпуса, основной корпус из крепкого пластика, две пины для зарядки. Силиконовые ремешки довольно прочные. Быстро сломаем ремешки. Итак, сегодня у нас моделька C20 Pro, тактические часики, вот такой коробочкой. Подходит и к Android, и к iPhone. Есть некоторая спецификация, процессор Realtek 8763 и WE. И чип для мониторинга пульса HX3605. В режиме ожидания, так, 5-7 дней. Ну, насколько я помню, 5 дней в режиме подключения обещают и 35 дней в режиме просто ожидания. Дисплей на целый 81 на 240 на 286 точек. Шенчжоуская компания Кайтонг. Бренд Мангаман. Ну, давайте быстренько посмотрим. В комплекте сами часики, ремешки одеты. Кабель для зарядки двухпиновый. Инструкция на всех языках. Ну, конечно, кроме русского. Ну, главное, что здесь приложение Dafit. Очень удобно. Хорошее приложение, без рекламы, множество watchfaces, хорошая синхронизация. И в комплекте есть защитное стеклышко. Так, здесь пленка, под ней видна защитное стекло имеется, да. Ремешки из прочной резины, довольно крепкие. Корпус пластиковый, боковинка металлическая здесь. И безель вот этот металлический. Довольно хорошая анимация. Все колесики тут в движении. Ну, поехали по настройкам и остальному функционалу. Так, шнурка снизу вверх, у нас сообщение. Это, так, это у нас с YouTube, по-моему. Это сообщение с Авито. Так, здесь тоже с Авито. О, как время посопало. Время 12, поехали по обзору. Итак, шторка сверху вниз. Меню для быстрого доступа к настройкам. Режим экономии заряда батареи, режим не беспокоить. Управление яркостью. Режим вибрации. Вибрация плюс звонок. Либо совсем беззвучный режим. Здесь по настройкам. Ну, можно сделать аудио. То есть будут все звонки и плеер с телефона прозванивать именно через часы. Сброс и так далее. Настройки, информация об устройстве, версия прошивки. Все это здесь. Так, слева направо. Есть шторка с тоже быстрыми настройками виджетов. Здесь можно звонки, набор номера, журнал вызовов, либо очистить этот журнал. И контакты. Их можно синхронизировать до 20 штук через приложение. Имя контакта определяется в любом случае при звонке. Здесь информация о погоде, управление плеером, также есть управление громкостью. Здесь найти телефон, здесь сообщение, так, и спортивные режимы. Посмотрите здесь, как много. Кроме того, можно добавить по определенному виду разделу. Вот, например, водный вид спорта. И сколько различных разновидностей можно плюсануть и добавить, например, греблю. Все. В настройках мы уже видим, какие упражнения. Вот эта гребля добавлена уже. Вот. Начинается отсчет. То есть стартует датчик. Но он воздух не измеряет. Ему нужна именно поверхность. Вот. Тепло руки чувствует. Только в этом случае происходит измерение.
Насколько точно, мы проверим позже. Здесь информация уже о затраченных калориях, информация о пульсе, ну и время, затраченное на этот вид спорта. Дальше пробежимся по настройкам. Так, дисплей. Яркость дисплея. Понятно. Режим свечения экрана до 30 секунд. Циферблат. Так, сообщения посыпались. Циферблат можно изменить. Их всего здесь встроенных 11 штук. Так, я поставил, вот он скачанный, последний, такой вот футбольный. Их тоже довольно очень много. Каждый по разделам можно скачать через приложение DaFit. Так, по настройкам, что мы еще не смотрели. Так, по дисплею мы остановились. А вот виды меню. Вид сетки. Вот такая коробка. Горизонтальная линия, плоскость, новолуние, полукругами и так далее. Всего 8 стилей. Кому какой нравится. Ну вот, либо такой. Дальше по дисплею вид меню, яркий экран, то есть чтобы загорался при взмахе запястья. Дальше по настройкам колокол вибрации, то есть либо только вибрация, либо так, уровень вибрации мощный, слабый, либо со звуком. Аудио Bluetooth, то есть подключение именно часов как в качестве гарнитуры. Режим не беспокоить, режим экономии батареи. Здесь уже не будет работать вибрация, и при повороте запястья не будет включаться экран. То есть уменьшение по минимуму энергозатрат. Телефон включен, то есть именно подключение Bluetooth второго соединения для ответа на звонок, извиняюсь. Так, кельцетельки, это у нас сброс к заводским. Так, информация по системе. Здесь рестарт, выключение и полный сброс к заводским настройкам. Ну и информация об устройстве, версия и прошивка. C20 Pro, и так далее, MAC адрес. Вот такие замечательные часики. Здесь имеется микрофончик. Где у нас? Здесь вырезы под динамик. IP68, можем спокойно окунать руки, плавать не глубоко, недалеко, ну, наверное, недолго. Вот, пожалуйста, если у вас есть такие, в принципе, можете что-то добавить, прокомментировать. Что вам нравится больше, эта модель или обзор, который у нас был, MK66. Digital Crown, относительно похожие модели. Вот, здесь, в принципе, ничто не мешает, не торчит, не выпирает. Относительно плоская поверхность, дизайн такой. Вот.